Теперь поговорим давайте о чернике. В состав входит, конечно, и опять же порошок из черники. Я не сказал о Гинго, что он тоже из порошка состоит. Это тоже огромное наше преимущество. Вот здесь в этой баночке таблеточки. Таблеточки, здесь 60 таблеток. И таблетки твердые, крупные такие, мощные таблетки. Не маленькие, как в аптечках, там 100 миллиграммовые, а здесь таблетки 600 миллиграмм. То есть крупненькая такая, очень такая объемистая таблеточка. Но в этой таблеточке есть все, что нужно для нашего мозга, для нашего глаза. И вообще технологически это отличие огромное. Так вот, и черника точно так же сделана, по такой же самой технологии. Что такое микронизация? Это очень сложная технология. Не думайте, что там можно якобы взять на чем-то размолоть и получить что-то хорошее. Ничего не получится. Это специальные дорогие, огромные мельницы, дорогущие, они миллионы стоят, эти мельницы, которые могут измельчить сухое сырье из этих лекарственных трав до микрон. Понимаете, доказано, что если мы измельчим вот этот субстрат до 20 микрон, то это позволит вот эти клетки целлюлозные, оболочки, в которых находится действующее вещество, порвать. Раз эти клеточки, оболочки порваны, то оттуда все легко выходит. Если мы скушаем, допустим, просто листья черники, нулевой будет эффект. Или просто листья гинго, тоже будет нулевой эффект, потому что, ну ничего, ну 3-1% сосется, все остальное транзитом мимо уйдет. Поэтому эти все технологии как бы не наши и неправильные технологии. Вот, и поэтому эта черника тоже содержится в нашем препарате. Клинические исследования на чернику великолепные есть. Вот. И доказано, что черника может улучшить, если регулярно, конечно, принимать ее, не случай к случаю, а, допустим, постоянно, постоянной основе, там, 3 месяца попринимать, 2-3 месяца отдохнуть, и потом опять 3 месяца, то эффективность только от одной черники можно на 25-40% улучшить наше зрение. Доказано. Значит, имеем право и включить в наш комплексный препарат чернику, то есть листья